Итак, друзья, это Азовское море, это Крым, это Керчь, ну, недалеко от Керчи. Тут у нас есть такой поселочек Нижнезаморское называется. Вот. Что мы тут делаем? Мы смотрим на волны в первую очередь. Волны у нас исполняют именно такой вальс. Ну и что? И мы, конечно же, идем. А куда мы идем? Мы идем купаться. Почему идем? Потому что мы ехали на разведку. Вот, узнать, насколько сильный шторм. Вот, после шторма. Эти подарочки будем собирать осенью, когда прекратится шторм, вот, когда людей поменьше станет, их и сейчас немного, но, по крайней мере, шторм пока не... Когда шторм не пройдет, вот, до тех пор мы не сможем искать здесь, потому что это практически бесполезно. Конечно, можно найти, но это очень лучше после шторма делать, потому что таких, как мы, людей здесь хватает, но нам надо быть самыми проворными, самыми оперативными, чтобы приехать сюда на внедорожнике, вот, на Mitsubishi Pajero Mini, на синеньком таком, вот, приехать здесь по песочку прокатиться, о том, что... Потом пособирать именно подарочки. Такое вот Азовское море, очень хмурое, конечно. Но чистое, здесь никаких канализационных стоков нет. Здесь все экологически чистый район, лес, тут маслины с соснами, дубами. Вот, вот такой здесь лес. Так что вот такие вот дела, ребята. Кстати, там у нас, сейчас покажу. Петрушечка, ребята, так что приезжайте в Крым, в Керчь. Вот. Хотите именно вкладывать инвестиции в Крым, вот, да. Поэтому, ребята, и самое главное, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Если не понравилось, ставьте дизлайк, вот, если понравилось, лайк, вот. Ну и, конечно, самое главное, что приезжайте на Азовское море именно покупаться. Оно здесь очень-очень чистое, очень чистое. Соответственно, очень крымское, нормальное все. Ничего, никакой подделки, все настоящее. Никакое вам там не озеро, ни река, ни речушка. Это именно самое юдированное лечебное озеро. Ой, озеро, море. Вот. Именно йода, фосфора здесь будет добавляй. Поэтому и рыбы такие фосфорные. Вот. И, кстати, море сейчас летом у нас... августа, сегодня какое, 19 августа, вот, здесь у нас что, ну ладно, это не главное, главное, что это Крым, ребята, уважаемые, давайте все вперед, все сюда, вот, судьба зовет, вот, едьте именно в Крым. Штучки, чаечки сидят, конечно.
ребята, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь, как обычно, все. И ждите следующих серий, когда мы перейдем сюда с металлоискателем.